Лесную промышленность Ульяновской области модернизируют. Теперь местоположение древесины при транспортировке будут отслеживать. Весь лес, заготовленный в рамках санитарных рубок, будет фиксироваться в специальной системе с подтверждением разрешенного объема и места заготовки. Пропускные пункты приема древесины также будут улучшены. В первую очередь это будет касаться железнодорожных пунктов пропуска, через которые, мы знаем, так сказать, экспортируется в основном почти когда больше половины леса. Поэтому мы возьмем под особый контроль обустройство пункта пропуска древесины. Погодные условия осени 2020 сильно отразились на ведении лесного хозяйства. Леса Ульяновской области сильно пострадали от пожаров. Неконтролируемое горение затронуло Чердаклинский, Новоспасский, Сурский, Старомайнский, Барышский, Индинский районы. В октябре правительство Российской Федерации утвердило план мероприятий по развитию лесного комплекса. Губернатор Сергей Морозов поручил разработать аналогичный документ для Ульяновской области. При его разработке были учтены все особенности региона. Один из пунктов плана – обновление материально-технической базы. Новую технику уже завезли на лесопожарную станцию «Инза». Многофункциональный бульдозер, пожарная автоцистерна, 19 беспилотников и еще 120 единиц современной техники. Все это оборудование увеличит эффективность работников лесного дела. Теперь появилась возможность предотвращать до 4 пожаров в день, быть мобильными и устранять пожары в соседних лесничествах. Благодарственные письма от губернатора получили самые ответственные и трудолюбивые сотрудники лесной промышленности. Александра Никитина, новости Улправда ТВ.